впереди. То был сынок ее новорожденный. Расстрел и лагерь был позади, а впереди путь вьюгой занесенный. Чтоб выжил сын, она сняла жакет, потом фуфайку сына замотала и уберез, когда настал рассвет, чтоб сил набраться на минуту встала. Разведка шла, а вечер стужу нес. В лицо солдатам липкий снег бросая, вдруг трое встали, видят меж берез. Стоит в рубашке женщина босая. Солдаты ахнули, вплотную подойдя, что это призрак яв или наваждение. Отцы свирепи зимнего дождя, они застыли, стоя в изумлении. И мертвой продолжала прижимать своей груди кричащего ребенка. Солдаты женщину закопали в колкий снег, без шапок молча встали над могилой. Сердце не остыло. Разведка, а в свой тыл один вернулся строго по приказу. Он нес ребенка, и мальчонка жил, и не всплакнул в его руках ни разу.